Что я больше всего люблю во Владе? Добродушность, открытость, нежность. Очень много качеств, которые все сразу не перечислишь. Много, много всего. Всего в Александре, ну, наверное, ее упорство в делах. Ее очень обширную любовь. Вот, ее нежность. И в обеды, завтраки. Когда я увидел первый раз Александру, я сразу подумал, что это девушка, та девушка, которая мне нужна. Та девушка, та моя вторая половина, которая наполняла меня. Я сразу понял, что это мой человек. Мне он показался жизнерадостным, очень улыбчивым, красивым, конечно же.